Сейчас осень 2019 года, поздний вечер, и мы находимся на платформе Стантарит. Сейчас открывается сервис МЦД, и единственным мероприятием, которое можно посетить, является закрытие движения через платформу Станколит и Савеловская. Это две задействованные платформы на линии, в которых движение некоторое время не будет, наверное, несколько лет. Сейчас поздний вечер, осталось пройти по разным поездам, которые мы собираемся проводить. Конечно, производится установку валидаторов на платформу. Ильинская, Раздоры, Барвиха, Ромашка. Сейчас мы такие трешки пропустим. Следующее. Распределяешь его по платформе, фотографируем. Свободно. Через белорусский идет ночью, да, то есть. И можно на нем доехать до Владимира. Только это электричка. Чего вам надо кричать? Ha 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 ha!
потом возвращайтесь, тут еще есть Глинтвейн. Пока! Да ладно, можешь не садиться, следующий будет! Следующий поедет. Следующий не будет. Следующий год через 2-3 года. Следующие пассажиры уходят. Да. И вот последний остается на крыше. Следует остаться в Звенигород. Совсем рядом с Аравийской улицей. Осторожно, двери закрываются.